Я раз, ну, я могу выстрелить. Не, он надо меня раскрутить, то есть видно, что ты делаешь, например. А ты не то движение стал делать, что ли? О, видишь, то есть? Я туда, как можно туда, да. А я сюда, видишь, о, видишь, я что тебе делаю? То есть я... О, спасибо, она готова. Значит, на нее встать надо. О, видишь, я стою. Осевай на кого? А ты немножко, я вижу, дрыгаешь, у тебя быстро разваливается. Поэтому не стоять надо. Тогда у тебя подождать, таз включится. А таз не включается, потом не будет. О, видно, что, видишь, какое движение его? Надо это движение. А мне надо, чтобы вот так вот делать. Значит, постойте вот этот момент, разберите. Ты смотришь, что делать? Большинство, да? Иду, вот часто будет оно лучше. Масса куда ушла? Вообще назад. Никуда. Значит, встал, да? Вот я подошел, встал, я стою. Значит, все, я должен вот стоять, вот. Вот у меня, где нога, видишь, вот левая. Значит, я тебе решил скрутить. Поняли? А соблазн будет вот этот вот. Ногу за ось есть, развалилась. А вот сейчас у меня есть ось, понимаете, да? Значит, надо понимать, что такое ось. Ну, ось. Ну, в данном случае, проща, а в данном случае мне, ну, Саша, да, болванка такая, ну, как в массу. Ой, я тебе, видишь, туда, ну, не, цикл не надо, но идея-то, да? Да. Вот. Была, вот ось. Я стою, я вот правую ось, видно, сделал. Еще. Да. Пиши. А я, ось есть, вот я в липок. Если я сейчас начну что-то делать, ничего не будет. Смотри. Вот, Саша, видишь, я стою, даже вот движение тазом, я прямой остался? Да. Видишь, спина завалилась, зачем мне это движение делать? Вот оно движение, да? Значит, я уже движение сделал, значит, его не надо делать. Опа, а хочется вот это что-то делать, значит, а я стою. Оп, я сейчас, видно, уже сюда чуть-чуть завалился. А нафига я буду валиться? Я убрал ошибки, я вот ножки раз... Я что, тут могу все что угодно делать, а я прямой в пространстве, да? Давай. Я тут работаю, мне вообще плевать. Моя задача спину прямую искать, держать. Давай. Я держу, вот завалился, видно немножко. Вот так бы я стоял. А я, стоп, а я завалился, значит, раз. Давай. Оп. Я работаю, я сам главный контролер, как говорится, сам себе, да? Себя штудируйте, правильно стою или нет? Оп, движение, чуть-чуть завалился, видно? Можно сделать, а я выровняюсь все равно, а руками работаю. Значит, я не ведусь на то, что мне как бы хочется, а я знаниями работаю. Вот все, значит что, моя задача, вот тело мне надо трогать, я расслабился, вот никого нет, тебя нет, я просто вот. Упал человек? Раз, два, три, с человеком, буду. Слышишь, что ось, значит, прямая. А ты вот со Славой делал, смотри, что-то там, я же не помню, не важно. И вот такой корявый стоишь, ну, согласись, ничего не получится. Я, видишь, не получается. Ну, я могу, конечно, я и весь ваш... Я про себя не буду говорить. Вот есть человек, копирует кого-то там, да, допустим, а он там пока в ошибках делает все. Ну, мастер, да, какой-то. Мастеру можно. Ну, можно всему в ошибках быть, но он на последнем сделает. Поэтому я вот могу, видишь, и так сделаю, но так не надо, это неправильно, смотри. Или там на ребре буду стоять, на пятках я сделаю. Я вот и на пятках сделаю, но потому что я знаю, как работать. Вам это не надо, что я делаю шаг. Я прямой должен. Да. А хочется вот это вот делать, и тебя туда, хочется, и я это все проходил. А может, это надо делать? Нет. Я вот что делаешь, раз, вот это работает, хоть ты и учишься, видишь, ничего тебе не получается. Вот это проворачивай, понимаешь? Давай. Значит, я растяну, ну, все равно тебя проворачиваешь. Ну, тазом я делаю, понимаешь? Во, вот туда, вот туда. Во, во. Нога, видишь, держит. За счет этой ноги я тебе уже ударов там насылал бы. Опора, понял? Ну, это так, к слову. Значит, смотри. Движение. О, а чем тебя забирать? Во, у меня уже где я должен, видишь? Вот это, вот, вот. А у меня не проворачивается, значит, что? Я заставляю, видишь, я расслабил это дело, видишь, что идет? Понял? Хотя здесь, ну, может какая-нибудь. Провернул.
А здесь палец был, я тебя прокрутил точкой касания. Не, есть как трение качения, трение скольжения. То есть я же тебе вот так не делал, это трение чего? Скольжение. Да. А мне катить надо, видишь, пальчик. Прокрутил, допустим. Да. То есть эффект, то есть и силы не потратить, правильно? Я тебе здесь прокручиваю, проворотил, вот здесь и прокручиваю. Да. Да. Но два базы это движение откуда? От таза, смотри. Прокрутил. Видишь, то есть, вот если только мне надо спокойно работать, да. Вот я пришел учиться, деревянный, и не работает, а я свалился. О, прокрутился таз. Только руки должны уже сюда, и так, видишь, получилось что-то. Значит, вот так спокойно, вот стойка, да, я стою. А шаг сделал, стойка изменилась уже. Да. Значит, я представь, что параллельно такая, значит, где я уже должен быть. Значит, руки-то здесь, а теперь где они уже должны быть? Вот, смотри. О, а руки прошедшего времени остались. Значит, когда я делаю смотрите, я сразу вижу, что. То есть одновременно. Но руки что поворачиваются? Руки это следствие. Что поворачивается? Смотрите, видно, руки повернулись, но тазом, видно? Это таз сделал. Таз, видно? Оп, все. И ты упал. Ну, подсесть еще надо, да? Значит, смотрите. И ничего тебе, согласен, Вася? Потому что я не стал на левую ногу, я вот. И смотрите, вот Серега стоит, а я нога выстроилась, видишь, на тебя. Значит, я куда пойду? На тебя я пойду. А противник здесь, помните, я рассказывал? Значит, Вася. О, а мне идти туда надо, вот, налево. А Вася здесь, мне плевать, где Вася. Но Вася уже будет здесь, видно. Я даже не смотрю, значит, то есть я уже буду бить туда. Значит, я раз, вот только нога выстрелит, значит, я туда иду, видно туда. А противник здесь. О, видно, Вася мне выстрелил ногу. А? Значит, куда мне надо идти? Куда она смотрит? О, второй вот, ну, вот между Кириллом и доской, да, я пойду. А если уже здесь бью, правильно, вот, ну, ноги идут. О, куда мне идти надо? Вот я пошел сюда, видно, вообще ничего не надо. Поэтому, если мы так пока работаем, ну, поняли, всегда какая-то. А теперь я, не, ничего нет. Да. Теперь я просто поставил, я сюда поставил. А мог я сюда поставить? А мог я сюда поставить? Да хрен знает, куда я поставил, неважно. Значит, идти надо. Значит, эта нога параллельно на. Вот. Значит, опять же. Опа, дальняя нога есть. Саш, что на дальней ноге делать, скажи? Идет или бьет? Идет туда, который. Да, и, ну, правильно. Она или бьет, или идет. Значит, я, допустим, раз начал идти, видишь? Но чтобы пойти, как человек ходит? Вес не будет. Вес, пока веса не будет, человек шаг не сделает. Он же вот так не ходит, как он. Есть любит. Извращенца только пашного. А как человек ходит? Он же вот так не ходит. Значит, как ходит? Значит, я не заморачиваюсь, я просто иду по жизни, понятно? А когда вас держат, то есть психика начинает, то как, надо бороться с ним, да? Значит, я не борюсь, я растут. Я подошел. Серега снимает, что там камера интересная, что за модель. Значит, возьмите так поработать. А я сюда решил пойти. Правильно? Давай. А теперь я, к примеру, вот, оп, решил календарик посмотреть, что там на футболке поле стоит. Видно? Любую цель выбирайте, что будете, да. Вот я сюда пошел, да? А мог я не сюда поставить ногу? Мог. Мог. Значит, вы взяли, оп, а я вот, ну-ка, вода, водичка там стоит. Вот, я вот так. Смотрите, я иду. Видно, куда руки переместились? Будет они вот здесь? Mm-hmm. Вот если... Я же не с воздухом не борюсь, смотрите. Видишь? Все. Теперь ты... Куда они пришли? Значит, вы уже сами это как бы... Руки эти пропишите, помогать мне. Значит, раз. О, а руки там остались. Я проиграл? Mm-hmm. Проиграл. А я видно, что... Значит, еще момент, ну, где-то много, ну, ладно, скажу, давай. Точка касания, ось вращения, я здесь коснулся, Вася, ты меня держишь здесь? Я проворачиваю, видно, провернул я, нет? Да. Значит, эти силы, ничего мне не получится, значит, провернул, смотри, пальцы, допустим, карандаши, провернул, теперь вот эти, допустим, руки, это тоже как бы ролик, где-то лежит, провернул, только диаметр другой, да, там, можно пальцем, тут можно, а можно, нет. Значит, давай. Я провернул, да. Я раз начинаю идти, куда у меня руки? О, приходят. А я шаг сделал,
Или шаг сделал, потом руками. Это правильно? Неправильно, да? Значит, надо вот. Если я уже сюда, вот я стою, вот движение сделал, значит, руки уже где у меня должны быть? Перед собой. Всегда перед должны быть. Оп. Как говорю, где? Там, где галстук, там перед, да? Представьте, галстук висит. Давай. Вот галстук висит на цепочке. Шаг сделал. А где у меня уже галстук? А? Во. Правильно, да? А смысл-то тот же самый, удар идет, ударился. Где у меня руки должны быть? Не здесь, а где уже? Перед собой, Саша. Значит, вот они должны. А если я, удар идет, а я тут руки держу. Вот и неправильно. Значит, где они уже должны быть? Вопрос. О! О, Вася, ты здесь лежишь? Да. Чего мне тебя только бить, согласен? Да. Ну я тебя держу, вот это, ну все, и, ну это уже вот главное вот это поставить.